Мы здесь с прекрасной Элейн Хендрикс. Как вы этим вечером? Я хорошо, спасибо. Так что вас привело сюда этим вечером, чтобы поддержать этот замечательный фонд. Ну, я потеряла друзей из-за СПИДа. У меня есть несколько друзей, живущих с ВИЧ. И я думаю, что существует реальное заблуждение, что люди думают, о, это было 80-е, это было 90-е, все в порядке сейчас. Так что вы знаете, я думаю, такие события, как эти дни, просто помогают сохранить осознание живого, что действительно важно. Но это потрясающе, поэтому вы с нетерпением ждете встречи с одним из исполнителей сегодня? Всех исполнителей, черт возьми, да! Я так взволнована, и я думаю, это просто невероятно. Я знаю, что мистер Белафонте был таким чемпионом, поэтому в особенности действительно хочу увидеться с ним. Безусловно, увидитесь. А над каким проектом вы работали? О, ну мы только закончили «Секс, наркотики и рок-н-ролл» с Деннисом Лэри на FX, и у меня еще есть несколько фильмов. Мы с нетерпением ждем выходных, которые будут очень нужны для отдыха. Да-да, а какое одно из ваших любимых занятий, одно из любимых дел во время выходных? Расслабляться. Мне нравится. PG-time, да, ничего не делать. Хорошо, это было потрясающе. Что ж, большое вам спасибо, что уделили время, я ценю. Абсолютно счастлива быть здесь, спасибо. Берегите себя, спасибо вам.